где-то на там три места, а именно там Махмудлар, Шаирлер парка, там Барбарос центрум, Махмудлар, Аланья. Здесь та ресторан вкусно кушала и пить, и витамики пить. Все это без алкогольно, без кальяна, потому что здесь только думаем, хорошее как оксиген, хорошее на большой два парка, только думают дети и фамилия, и хорошее отдыхаем. В нашем кафе очень много разных блюд, например, от итальянской кухни до турецких завтраков. Посетители в нашем кафе в основном иностранцы и русские семьи. Я как официант очень, ну как человек просто, люблю детей, и даже если вы там, например, займетесь какими делами, мы можем присмотреть за вашим ребенком, там, поиграть с ним. Приглашаем всех жителей нашего города в наше кафе, чтобы провести хорошее время с друзьями или один за чашечкой кофе и чаем.